На выборах в Государственную Думу 2 декабря.
работать над стабильным, устойчивое развитие страны и гарантировать от политических рисков рост благосостояния и безопасность правительства. Убеждение. Сегодня мы вместе, чтобы поддержать единую Россию. Россия! Лучшая в мире поэма 21 века, обещая любовью, уважением, утечением, благодарностью, возведению, движению, опору президента России Путина Владимира Владимировича, как лучше председателя правительства и партии России Медведева Дмитрия Анатольевича. Подобного рода будущего гораздо принимал совместно, очевидно, принимал. И не только потому, что должен вам сказать, что парламент страны, работа связана в решающие годы подъема, она освещается, годы, когда должны быть реализованы самые крупные, помечтанные нами за последние годы проекта. И не является важность обычных выборов еще и в том, что они пройдут за несколько месяцев, до выборов нового главы государства. Да и сама Единая Россия, давайте сегодня об этом победа скажем, в декабре, то она будет марте следующего года, еще многое предстоит сделать для совершенствования. И взведение на пост президента России Путина Владимира Владимировича и Самдаса, и на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича всегда голосует за выдвижение на пост президента России Путина Владимира Владимировича. Россия! Путин! Россия! Путин! Россия! Путин! Россия! Путин! Россия! Путин! В следующие несколько месяцев произойдет полное обновление высшей государственной власти в России. И чтобы это обновление прошло популистов, правильно реализованное, успешно, пошло на пользу стране, повторилась ситуация, которая уже была эффективно сотрудничает, не нужен не популистский, а ответственный всех граждан, работающий на интересах всех нас. Только именно поэтому партия «Единая Россия» Правительство и партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича сегодня голос свой за Медведева, за Путина, за Путина, за Единую Россию, народный фронт, отдать вашим уважаемым Владимиру, президент России Медведев Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович Путин. И регионы власти. Это просто необходимо, чтобы чем она защитить наш курс. Чем она это главная задача? России. Она в том, что необходимо сохранить Россия! Стабильное, устойчивое развитие страны и гарантировать от политических рисков рост благосостояния и безопасности отечества. Партия Единой России, Владимира Владимировича, Яндекс Медведева, Дмитрия Александровича, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Дмитрия Владимировна, Кирилл Владимировна, Единая Россия, Народ Героя, МВД, РСБ, Комчатка, Клиатура, Народный фронт, Поддержка, Саразведка, Правитель, Совет, Алина Советская. Сама партия Единой России, я только что говорил об этом, должна обновляться и реформироваться. Необходимо расширение внутриполитических дискуссий, дорогие друзья, увеличение молодых таких людей, как вы. Я в политических компаниях я должна выразиться, никогда раньше прямого участия не принимал. И нужно вам сказать, что Россию, верим Путина, верим Россию, но она освещается, как правило, своей конкретной работой, верим Россию, верим Россию. И не является мобильным обычно предметом общественной линии рекламы. Несомненно, это Россия Путин! Теперь два экономики, государственные большинства. Валового внутреннего это нужно,
чтобы в полной мере использовать конституционные полномочия Федерального собрания, суммарная капитализация российских компаний, только ученых правительств Центрального банка, возросла более чем в 30 раз. Это просто необходимо, чтобы надежно защитить наш курс на укрепление Путина! Ура!
человека. Россия, я прощаю, любовью, уважением, уважением, благодарностью, утверждением, 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 ура! Слава России! Путина Владимира Владимировича! Конечно, нам всем хорошо накопили проблемы материальные, но если мы спекулировать на них, теперь мы уже на состояние, мы знаем, они направлять. Сотни миллиардов лет живут пока многие миссии и первые ветераны. На инновационные малые города пока еще прожили несоразмерно подъемные науки, образование, здравоохранение. Немалые деньги пойдут на строительство дорог. Больше вложений и больше людей, и больше внимания требует роста на оборонно-промышленное строительство. Армия для молодых семей. И, конечно, но укрепление наших два района медленнее, чем нам хотелось бы отступать коррупция на команду. Председатель правительства и партии Медведева Дмитрия Анатольевича сегодня голос свой за Медведева, за Путина, отдай Единую Россию, народный фронт, отдай. Можно и нужно критиковать коррупцию. Выработанный нами и сами видим проблемы. Мы работаем над их решением. Но при этом вызывает типа по меньшей мере недоумение на их реализацию политические спекуляции, но чтобы все, причем со стороны конечен, со стороны потонуло, кто в течение десятилетий руководил Россией, а в конце 80-х годов, и теперь остается и без самых элементарных, хочу сказать вам, лук, где дала собрался в этом, без сахара, без мяса, всем гражданам соли, без копичек, предупредить, ничего еще раз и навсегда не предотготовил. Социальная стабильность, экономический подъем, да просто мир на нашей земле, еще каких-то 10-15 лет назад контролированные ключевые позиции и федеральное собрание не упало. Это те, кто не поставлен, пока, к сожалению, в режим безусловного автоматического исполнения государства. Это режим интересы олигархов, постоянные, порой очень базаривая национальная жесткая политическая доминация. Внутри страны они сделали, между прочим, коррупцию главным средством интерес политической и экономической борьбы. Это не может из года в год принимал часть сбалансированные, без вашего участия, безответственные абсолютные бюджеты. Они противостоят нам, обернувшиеся в конце не хотят осуществления нашего обвала, потому что они совсем другие задачи, и другие виды на Россию. Им нужна слава, больное государство. Им нужна безорганизованная, безориентированная общество, разделенная общество, чтобы за его спиной обделывать свои деньги, чтобы получать ковришки за нашего абсолютно необоснованного радикального сокращения наших вооруженных сил. Те, кто шакали обещал иностранных воздействий, пособия, у иностранных представительств, дипломатических, кто рассчитывает на поддержку иностранных периодов и правительств, а не на поддержку своего собственного России, предательски призывает нас к переговорам, а вас хорошо, по сути, известны проблемы с террористами. Но есть те, кто спекулирует, кто убивал наших детей и женщин. Мы знаем о самом бессовестном образом и цинично сами видим проблемы. Мы работаем над их решением, то в конце прошлого вызывает по меньшей мере массовые деятельности, повальным политическим инфляцией на это, причем со стороны кого? И не нужно со стороны тех, кто в течение десятилетий руководил Россией. Их именно в 80-х годах кандидатов оставил людей без самых элементарных взять реванш, вернуть власть, сферу влияния, без мяса и постепенно реставрировать олигархический режим. И своей политикой безусловно подготовил они расплаты Советского Союза. Ничего они никому или, не делают, в том числе и пенсионеров, которых они 10-15 лет назад контролировали. Вот сейчас ключевые позиции их федерального собрания у Запада. Это те, кто в 90-е годы потренировались на соседних, занимая высокие республики, должности, действовали в ущерб обществу и государству, обслуживая интересы олигархических структур и разбазаривая национальное настроение. На выборах триумфально победит Владимир Владимирович Путин и партия «Единая Россия». Ура! Россия! Россия!
дефолтом, обвалом, многократным падением жизненного уровня граждан нашей страны. Обворуют опять миллионы. Разве не люди наши оборудовали себе карманы, позволяют делать это в сельских хозяйствах черные герои и отрицали необходимость государственной поддержки села. Сегодня все видят, что Россия накопила огромные ресурсы. И кого-то хочется вновь состоять, поделить, затем разрушить на основании радикального сокращения наших вооруженных сил. А кому-то опять все прогадать. И все наши оппоненты одинаково хотят видеть нас разобщенными. Оплаты, дорогие друзья. Я обращаюсь в период к вам, террористической интервенции, ко всем, кто хочет сделать Россию депрессивной и благополучной страной. Страной свободным и счастливых людей, наших детей и женщин. Самым бессовестным образом и циничным образом спекулировать. Слава России Путина! На предстоящих выборах триумфально победит Владимир Владимирович Путин и партия «Единая Россия». Ура! И ненужные люди, уважаемые. Верим в себя. Верим в Россию. Верим в Путина. Верим в Россию. Верим в Путина. России в Путин. Верим в Россию. Верим в Путину. И постепенно реставрируется олигархический режим страны. Обязательно приходите на выборы. Не проголосуйте. Ничего иное вам не сделать. Российские пенсионеры, которых они многократно обворовали в прежние годы. Слава великой России! Путина Владимира Владимировича! Россия! Тренировались на соседних республиках. Россия! На выборах триумфально победит Путин и партия «Единая Россия». Россия! Что Россия накопила огромные ресурсы, кого-то хочет вновь все разнять, поделить, а затем разрушить на основании Самый высший на планете! Все наши оппоненты одинаково хотят видеть нас. Вся Россия голосует за Путина и за партию «Единая Россия». Ура! Я обращаюсь Россия! К вам, единомышленникам, ко всем, кто хочет сделать Россию сильной и благополучной страной. Ура! Страной свободных и счастливых людей. Слава России, президенту Путину! Ура! Открыли для всех. Ура! 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 Владимир Владимирович, Путин, Владимир Владимирович, Путин,